Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы хотите наладить именно все. А все это значит ничего. Потому что что значит все? Во-первых, если вам изменяет муж, то можно говорить о том, что в какой-то степени вы себя не цените, вы себя не любите, вы не являетесь, к примеру, ну, привлекательной для него, да, то есть если он вам изменяет, если значит, ему чего-то не хватает с вами. Это, ну, логично. Вот. Соответственно, возникает вопрос, как вы с ним стали вместе. Да, как вы с ним стали вместе, в результате чего вы с ним стали вместе. Вот, и так далее. То есть это очень важный момент, вот, что вас объединяет с ним. К примеру. А какие у вас собственные цели в жизни, ценности? Почему вы, к примеру, терпите то, что вам он изменяет? А вы именно что терпите, то есть вы именно что не уходите от него, а ну, позволяете ему действовать таким образом, вот уже на протяжении большого количества времени. Вот, я думаю, что этот момент тоже необходимо разобрать, как вопрос вашей реализации, вот. Как вопрос вашей самореализации, точнее, потому что, ну, на мой взгляд, есть проблема того, что вы не реализованы, есть проблема того, что вы не чувствуете себя важной, не чувствуете себя значимой, не чувствуете себя ценной. Ну, есть такое ощущение, оно как бы исходит. Ну, от вас исходит так, это ощущение, да? Вот. И соответственно, с этим нужно работать. Соответственно. И как-то вот из всех этих вещей складывается, собственно говоря, то, что вы не удовлетворены глобально собой, то, что вы не прислушиваетесь, например, к себе сами, то, что вы игнорируете вещи, которые для вас важны, ну, возможно, потому что боитесь остаться одна. Возможно. Возможно, из-за других каких-то моментов. Тут особо не важно.
Ну, правда заключается именно в этом. У вас есть, очевидно, проблемы с самооценкой, потому что то, что вы терпите измену мужа, причем сразу же, да, ну, я имею в виду, сразу после того, как вы, ну, начали жить в браке, вы терпите, вот, вы совершенно очевидно, что не готовы с ним расстаться, вот, не готовы от него уйти, а вопрос весь заключается в том, почему так. Вот. Это то, что нужно выяснить вам. В том числе. Измены вас, конечно же, травмируют. Вот. В том смысле, что, вероятно, влияет на то, как вы о себе думаете, вероятно, влияет на то, что вы о себе думаете. Вот. Ну, это тоже нужно исследовать. Дальше. Вы с мужем ссоритесь. Ссора становится возможной. В том числе и благодаря вам. Вот. Поэтому нужно разобраться именно в вашу сторону ссоры, да, то есть почему именно вы ссоритесь, вот. Ну и, соответственно, вот так вот потихонечку разбираясь, себе вы сможете наладить свою жизнь. Но ориентироваться нужно, конечно, на более конкретные вещи. То есть, ну, расставить приоритеты, скажем так. Вот, и уже в соответствии с приоритетами, вот, двигаться в их направлении. Вот так вот. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вы пишете, что не можете разобраться в себе и не понимаете, чего хотите. Вот как возникло это состояние? Когда вы почувствовали, ощутили это состояние? Вот. С этим тоже очень важно разобраться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я желаю вам всего самого доброго. Удачи!